соперником для любой команды, но в этом сезоне у них совсем ничего не получается. Сыграно уже больше половины матчей чемпионата, и можно с уверенностью говорить, что команда цели на сезон не выполнила. Состав Манчестер Юнайтед. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется. Бей и выводи! Харри Кейн! Ох, какой гол! Какой гол! Хорошее начало игры. Первый же удар оказывается голевым. Классный гол получился. Он, не раздумывая, сильно пробил с лета и попал в левый нижний угол. Гол на 5-й минуте. Хорошее начало. Быстрый гол может раскрыть игру. Рахим Стерлинг. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Он накручивает соперников одного за другим. Душ Санту Шавейру. Главный удар, мяч у Манчестера. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Люк Шоу. Мемфис Депай. Семен Семенович, ну что происходит? Так все грамотно было сделано, и такая несуразица в завершающей стадии. Похоже, игрок сам не поверил своему счастью и несколько растерялся перед тем, как нанести завершающий удар. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Это может быть опасная атака. Оставляет защитник. Душ Санту Шавейру. И это гол! Пусть пробил не сильно. Важен результат. А результат мы видим. Мяч в сетке ворот. Отличная атака, отличный гол. Пусть не с первой, так со второй попытки все-таки им удается отправить мяч в сетку. Немного сумбурная атака, конечно, получилась, но гол есть гол. Сала. Лежес. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Манчестер в атаке. Загружает мяч в штрафную площадь. Какой удар! Выше ворот. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Шнедерлин. Манчестер Юнайтед атакует. Очередная потеря. Рахим Стерлинг. Ушел мяч за боковую. Манчестер Юнайтед вбрасывает. Матео Дармиан. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы — это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Это момент. Душ Санту Шавейру. Вот это спасение. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Блестящее спасение. Решил пробить. И на месте голкипер. На этот раз мимо. Ну, не каждый раз забивать же, а? Режес. Рахим Стерлинг. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым?
Морган Шнедерлин. Поль Погба. Душ-Сантуш Авейру. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Нужно забивать. Душ-Сантуш Авейру. Вот тебе и раз. Автогол. И, к сожалению, от них и радости других, это автогол. Да, на тренере просто нет лица. Он, конечно, не ожидал такой подставки. Трибуны свистят, а как еще может быть после автогола? Начинать второй тайм с таким преимуществом, разумеется, приятно. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим, что будет во второй 45 минут. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Манчестер идет вперед. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Матео Дармиан. Хорошая передача. Он явно задумывал немного другой навес. Будет замена в домашней команде. Готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как-то взбодрит игру. Тут может что-то получиться. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Душ-Сантуш Авейру. Пошли последние полчаса игры. Пока неплохо. Защита надежно играет. Мяч отобран. Шнедерлин. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Кевин Де Брюйн. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Отлично сыграно. Надо решать. Терпеливо ждут они своего шанса. Мяч летит в сторону ворот. Мяч в воротах. И это гол. Фантастический гол. Отправлен мяч прямо под перекладину. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. А у нас 4-0. То ли еще будет. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Рахим Стерн. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. И вот-вот на поле появится свежий игрок, замену у гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Отличный удар. Очень перспективный момент. Тучи сгущаются. Скоро ли грянет, так сказать, гром? Пока что сохраняется комфортный перевес, но моменты возникают регулярно, один за другим. Атака остановлена, но кто получит мяч? Потеря. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Лукас. Да Сильва. Может получиться интересная атака. Опасно! И на месте голкипер. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша стандарта. Здесь защита справляется, мяч отобран. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Это может быть опасно.
Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Красиво сыграно, как эффектно. Пас в разрез очень точно. Две минуты добавляются. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Вот и все. Ого,